Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRosetInfo. Перед нами Xiaomi 11 Lite 5G New Edition. И в этом видеоролике мы вам покажем, как включить-выключить линии сетки в камеру данного устройства, также как выбрать спиральную сетку и вот такие вот другие настройки. Для этого мы открываем нашу камеру. В камере в правом верхнем углу нажимаем на три палочки и видим здесь сетка. Во-первых, мы можем включить или выключить сетку здесь, а во-вторых, в правом нижнем углу сетки можем нажать на стрелочку вниз, увидеть здесь возможность включить горизонт, а также центральную метку. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.